хлопает. Да-да-да. Встречайте! Ну и... Да, всем привет. Всем привет. Рад видеть. Диджей Супермен. Да, мне сегодня диджей Супермен помогает, но он не скретчит особо, а так музыку выставляет. Я бы хотел вам, кстати говоря, чтобы, ну, просто так не выйти, презентовать, ну, так скажем, предварить выходящий альбом рэп-ака, которого, ну, продюсер музыки, которого я являюсь. Вот, поэтому все ждем альбом рэп-ака. Никто не ждет, видишь? Никто не ждет, мадафака! Все ждут! Окей, окей. Если бы на меня так кричали, я бы тоже ждал. Окей. Ну и, наверное, кроме альбома Ленина, я о своем альбоме расскажу. Скоро выходит новый альбом «Карандаша», который называется «Бедные тоже смеются». Сегодня я, наверное, сделаю все-таки с американщины пару треков. Ну и одну такую маленькую презентажку с нового альбома. Сегодня подобрал более-менее спокойные треки, поэтому... Ничего такого супермощного не будет. Ну, просто чтобы расслабиться и потными не выходить на улицу. Давайте так, что ли, сделаем. Чё? Работаем уже 2 года. Он меня спрашивает, чё? Ты должен все знать наизусть вообще. Уволен. Ну вот, это с нового альбома. Бедные тоже смеются. Выходит так, что я за каждого из вас в ответе. Слушай сюда, Петя, горжусь альбомом этим. Я сделал так, чтоб ты не выкинул время на ветер в куплете. Умещая чуть больше вагона, не прячу свои беды, как подростки прячут порно. Умею радоваться, если есть на то повод. На мне нет штампов, на мне нет платков беспонтовых. На мне нет бриллиантов, на мне сверкают взгляды. Я не гонюсь за хитами, хиты для хит-парадов. На сцене это и есть музыка, это и есть я. Я еще, кстати, подобрал сегодня песни такие, которые, ну, как правило, не исполняю. Не знаю, мне захотелось не выезжать за счет своих суперлокальных, супернедохитов. Не, ну просто сегодня те вещи, которые мне хотелось бы на сцене исполнить, а не те, которые я обычно на концертах делаю. Ну, просто так, вот такие вот вы избранные, ну такой сегодня вечер. Вот, хотел бы вам напомнить, что в плане Б сегодня тоже поминальная вечеринка. Вот, блин, у меня даже слов нет. Я туда лично еду, поэтому хочу, чтобы и вы, в принципе, там оказались. Все вспомнили о Лейбл Джей. Ну что, не будем о грустном, давай критики сделаем. Да, можно баса немного подобрать в музле и сделать, в принципе, общий мастер погромче. Критики, а приготовьте пакетики, сейчас пойдут назад ваши десертики. Лирики, так-то в концертике, а только грязь и только пинки. Критики, а приготовьте пакетики,
сейчас пойдут назад ваши десертики. Не будет лирики, как и концертики, а только грязь и только пинки. Сколько ты поставишь звезд моему альбому, когда услышишь это, а услышишь по-любому. Когда без сыра-бора поменялись мы местами, когда ты на сцене, а я зеваю в зале, почитай мне. А я буду обсуждать, в какой руке лучше микрофон тебе держать, и почему 12 песен на твоем альбоме. Я потратился на диск и теперь в обломе. Почему совместники с этими, а не с теми? Во втором треке гонишь рифмы не по теме. По моей системе баллов ты обошелся, парень. С этими стихами каши мы не сварим. Уважаю мнение, уважаю качество, но то, что кинул район, это предательство, мое мнение. Хотя не знаю я деталей, просто мы с друзьями тебя обсуждали. Критики, а приготовьте пакетики, сейчас пойдут назад ваши десертики. Не будет лирики в этом концертике, а только грязь и только пинки. Критики, а приготовьте пакетики, сейчас пойдут назад ваши десертики. Не будет тупака и 50 центика, а только грязь и только пинки. Блин, все понял. Я подумал, что за теплая сладкая вода в бутылке. Ну что, давай дальше просто сразу. Переходы.